Накануне в сети появился слух о том, что программу Елены Малышевой «Жить здорово» сняли с эфира. Позже информацию опровергли в пресс-службе Первого канала. Лену Миро огорчило, что скоро шоу снова появится на экранах. По ее мнению, программы типа «Как стать миллионером», «Модный приговор», «Поле чудес» и «Жить здорово» давно следовало бы закрыть. Команды, которые производят этот ужасный, на мой взгляд, контент, следует отправить на пенсию. Да, поначалу все эти Малаховы были актуальны, но в 2022 году от них воняет нафталином, написала Лена. Миру призвала телевизионщиков приглашать на работу блогеров из Ютуба, которые сейчас лишились возможности монетизировать контент. Вот они секут фишку, а Малышева с Малаховым нет. Пока эти ребята сидят без денег, тащите их к себе. Может, тогда ваш ящик начнут смотреть те, кто родился не в первой половине прошлого века, написала Лена Миро.